Сегодня у нас свято, великое свято, полное зале святых людей, полное зале людей, которые собрались тут без промысла, которые собрались для того, что каждый из них хотел тут собраться, каждый из них хотел поразмовлять, каждый из них отримать некую новую информацию, просто убачиться с сябрами, знайти новых сябров. Але, разумеете, ось эта встреча, она каштує высилкам. Кожен з нас свої певні висілки для этого прикладає. Організатори, каб это собрати, каб організувати пошастунок, гості, ну все ж позбавить там свою сім'ю, може бути, ось этой годинки там у виходний день. Кожен з нас нечто герує для того, каб собратися, каб зробити з этого свято. Але буває таке, що ми, білоруси, робимо свято ворогом Білорусі. Сябры, я хочу акцентовать увагу на тем, что час от часу бывает такое, что белорусы начинают помеж собой свариться. Час от часу бывает такое, что один годный белорус называет такого самого годного белоруса здрадником, называя там, первородним. Начинаются некие час от часу образы, начинаются некие вот такие вірунки ворожого стану у нашим белорусским осяроді. Сябры, я хочу сказати вам перед тим, как починать ось гэтую ворожость у своїм осяроді, задумайтеся, калі ласка, что кожний раз, калі ми з вами поміж собою сваримся, ми гэтим робим абсолютно безкоштовное свято нашим ворогам. Сябры, давайте, калиласочка, будем памятать об тем, что перш-наперш мы белорусы, перш-наперш мы есть нация, перш-наперш мы тая сила, якая мусить быть разом. Тому, сябры, я закликаю кожного из вас в гэты святочный день пропажьте, это такое замызганное слово, толерантным до кожного белоруса. Я закликаю кожного из вас у першую чергу разуметь отказность за тую назву нации Беларусь, бо нацию у першую чергу это есть самовызначение человека, это она не привязана фактично до походжання человека. Тому, коли каждый из нас має называться белорусом, он мусить быть отказным за то, как называться белорусом. А коли ты белорус, то ты мусишь любить любого белоруса. И с любым белорусом ты мусишь домовляться. И мы не маем права, нас не так богато в свете, как помеж собой еще свариться. Тому, сябры, еще раз со святом, еще раз я дячу белорусско-американского заединошения, я дячу церкви, я бачу усім тим, дячу КХПБНФ, дячу усім тим, хто собрались за те, що дякуючи ось гэтым агульным высілкам атрымалася ось такое класне свято. Сябры, великі, дякую кожному з вас. Живе Беларусь!